слова говорить много. Сколько я упускал. Ну, вода далеко еще? Я пока выключить не буду. Опа! Вот сюда будет сейчас. Сливай-то, ебать. Опа! О, есть ямка. Надо туда вот выйти. Я же говорю, блядь. Будет это самое. Вы не уходите, Абзика. Коробку ставил, блядь. Коробку застряла. Серьезно, что ли? Сзади не вырубается. Ну, назад не надо. Вперед включается. Вы этот, не садите его, Абзи. Давайте я выйду. Ребенка не возьмет, не факт, что возьмет. Надо назад, что ли? Надо назад, что ли? Не, ну ребенка, понятно, пробует ребенка, но, блядь, ребенка можешь не вытащить нас. Давай вытаскивай ребенка, она здесь. Сапоги одену. Вы сюда его вставим, блядь. Абзи. Как ты думал, что мы здесь застряем? Вижу, блядь, болото. И что, вернемся обратно, что ли? Да, чем там-то уже лучше. Вот же дорога была, в лесу. Вставать пробуйте, Абзы! Давай, давай, братан! Бля, чуть-чуть остался, отвлекай! Банные комары, блядь. Бляха-муха. Он гребет землю, блядь. Идет вперед, отпускай. Давай, давай, братан! Бля, жопа почти полностью села. Во-во-во-во-во! Чуть-чуть остался, буквально полметра, бля. Вот наш УАЗик. Не подвел нас очередной раз, но вскипел. Пульт такой на Ну, блядь.
Но он молодец у нас. Открой дверь, а тут. Ага, сейчас. Ладно, ладно, открою. Классно, да? Это барабан полностью разматывает. Блять, мы же не знали. Сейчас он вниз пошел. Вы тоже там это с толчком нормально его этот помогли. Этому лебедку. Сзади поснимаем, сзади. А? Сзади поснимаем. Да, надо, надо, ну. Он гриб, этот, пахал, да, землю? Смотри, под бампера только говна вытащили. Ну, бля. Вот. Он молодец у нас, УАЗик. Лебедка заебачу. Проехал. Пиздец, бля. Так я садился редко. Бля, тут кто увидит этот след, он вообще нахуй ни разу в жизни не будут здесь. След, да, будет оставаться. Ну. Залезть сюда не будут, бля. Абзы, мы не зря деду помогли. Ну, блядь. Если проехали бы мимо, сами стали бы здесь. Помоги ты, блядь, все проебали. Ну, приключение удалось. Что, разматывай, что ли, тогда? Все, он проехал же, да? А кум, блядь, может это? А кум, по-моему, вообще сел сильно. Он потому же... Сейчас замотать, надо его на бампер замотать, пока. На бампер, не так. Ну, вы заведите его, так в заведенном виде нельзя, что ли, заматывать? Можно, сейчас я... Ну, он опять согреется, что-то он греется, блядь, или... Надо воды, походу, долить туда. Ну, долем сейчас, может, там меньше, блядь, мало стало. Всяко мало, заодно остынет. Крышку открывать не страшно, интересно, ничего не будет? Нет, сейчас он кипит, он вверх потолок будет дать. Пусть остынет пока. Ну, он уже не кипит. Сейчас кипит, он уже дымится. Крышку сейчас откроет, и вверх будет бить. Если заведенный, не будет бить. Можете заводить его, потом открыть. А сразу не открывайте. Давайте сперва я воду достану. Ключ давайте мне. Вот наш костер. Охотничий костер. Не пожалели у нас бензопила. Сколько там лошадей? На бензухе. Три лошадиные силы у нас на бензухе. Плотной бензуха. Вот дрова. Жируем мы. Абзей. Среднюю Азию. Привет передавайте братьям. Мусульманинам. Всех с праздником. Ну хотя да, завтра что праздник. Сапельники. Ну да. Вот наш костер. На аватарку можно ставить, Абзей.